Лихачам на дорогах объявлен бой. Напомним, в июне этого года правительство России ввело запрет на так называемое «опасное вождение». За первым шагом последовал второй. Сегодня Кабинет министров страны одобрил законопроект, согласно которому за это правонарушение предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. Данная инициатива направлена на рассмотрение Госдуму. Согласно действующим правилам, к опасному вождению относят действия, которые создают угрозу гибели или ранения людей, а также могут причинить материальный ущерб. Уже определено 6 наглядных примеров опасного вождения, такие как несоблюдение бокового интервала, безопасной дистанции, препятствование обгону или резкое торможение. Чтобы сотрудник ГИБДД мог выписать штраф, он должен зафиксировать неоднократное нарушение этих правил водителя. Но это будет возможно после того, как законопроект будет одобрен в Госдуме и подписан президентом.